какая-то странная вещь. Я вот последние 3-4 года вот наблюдаю то, что называется творческая общественность. Вот. Я немножко со стороны на это все смотрю, хотя тоже участник процесса. Какая интересная штука. Вы знаете, молодым западло делать поп-культуру. Серьезно. Может, оно так и положено, не знаю. Но я же вижу, вот мой личный диагноз. Нам очень не хватает качественной отечественной поп-культуры. Сегодня делание собственной поп-культуры – это уже вопрос национальной безопасности. Есть, поп-культура работает с очень важной вещью. Поп-культура не может быть лучше собственной эпохи. Поп-культура не может быть лучше нас, нас таких, какие мы есть. Поп-культура, она про нас, в том числе и про низменное в нас. Если это не рассказывает, не показывает, отечественная поп-культура – это покажет чужая поп-культура. Делание сегодня, делание поп-культуры – это одна из важных… Нам нужен вариант поп-кухни, русской кухни. Русская кухня сейчас невероятно роскошна, она очень дорогая. Там много дорогой рыбы, есть икра, есть какие-то очень сложные технологические процессы. Но нам нужен поп-стандарт русской кухни, например. Нам нужно, нужно возрождение потрясающей советской индустрии детства. Нигде в то время, кроме как при советах, не существовало такой индустрии делания детей. Нам нужно к этому вернуться. Нам нужен русский комикс. Нам нужно его вернуть. У нас очень интересные корни, очень аутентичные корни русского комикса. Нам нужно делать жанровое поп-кино. Нам нужно делать так много всего разного, что это работа огромного масштаба. Но я точно и свято верю в то, что если мы не будем делать поп-культуру, нам ее сделают.